воскресенье 2 августа губернатор Николай Любимов торжественно открыл новый арт-объект – Рязанский косопуз. Сам памятник стал подарком жителям Рязани к празднованию 925-летия города. Скульптура установлена в Новослободском сквере в историческом центре Рязани. Экскурсовод Ксения Паначева утверждает, что открытие подобных памятников очень важно для города Рязани. Наверное, всем известно, что рязанцев называют косопузами, называли косопузами. Дело в том, что многие рязанцы были хорошими плотниками, соответственно, носили за поясом топор, что мы увидим в этой скульптуре. Рязанский край, в общем-то, это место, где очень хорошо было развито деревянное зодчество. Наших мастеров приглашали и в другие места работать, поэтому рязанские косопузы – это такой своеобразный бренд. Автор скульптуры косопуза Николай Торхов, член Рязанского отделения Союза художников России. Вместе с ним над образом работали этнографы и историки. Жители Рязани отмечают, что открытие такого памятника в городе является долгожданным событием. Особенно в последнее время стало достаточно много таких арт-объектов представляться. И, в общем-то, действительно в тему и интересно, и познавательно, и имеет исторические корни. Рязань, ну чем она славилась? Грибы с глазами, да мужики косопузые. Ну, все это знают. Ну и, конечно, очень долго ждали. Этот памятник давно должен был у нас быть. Рязанский косопуз – один из самых любимых и узнаваемых скульптур в городе. Памятник, созданный рязанскими мастерами, является символом трудолюбия и привлекает проходящих мимо жителей. Максим Яковлев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».